Без косметики и даже без прически женщина прекрасна. Посмотри, если ручки маленькие, счастлив с плоской. Пышная прекрасна, если три ноги. Чтоб в текстурах не застряло предложение. Чтоб не заскочить с дистанции где-то между. Чтобы ваше непристойное вложение подарило девушке надежду. В общем, всякое прекрасно просто так. Не из чего-то, по определению. Если думаешь иначе, ты дурак. Или мало алкоголя, к сожалению. Я шучу, при чем тут змей в бутылке? Просто ты не смог очаровать. Ведь любая баба как с картинки. Мне велели так сказать. Женщина не сука в ступе. Знает мир давно уже о том, то, что женщина ушами любит, хоть и побеждает та штуртом. Но это их внутренний распри. Для вас истина одно. Женщина всегда прекрасна, если мужиком вам быть дано. Мой хороший, согласна с этим утверждением? И какой тип женщин прекрасен для вас? Расскажите, поделитесь в комментариях. Мне интересно, если вы женщина, какой мужчина подойдет вам? И не забывайте, для заказа поздравлений пишите в личные сообщения. И вам приятно, и мне на цветы для какой-нибудь женщины. Кого я обманываю?